I personally have waited for this moment for most of my life. Я не создал этого события, а только что произошло. Я сегодня вспоминаю, когда был маленьким мальчиком, покойного владыку архиепископа Виталия Максимена, который был арестован, его снял Зоус, который вместе тогда еще в 46-м году сослужил, и когда изменились обстоятельства, владыка Виталий сохранил свои единства со своей мамой, митрополитом Артемием Красовицким. Но я знаю лично, что то, что произошло, раздирало его сердце. Мой первый духовник, опять-таки, я ходил еще под столом, а я уже у него прислуживал. Покойный отец Василий Мусин Пушкин начинал свою жизнь в Америке как один из администраторов Свято-Тихоновской семинарии, лектором, который до сих пор не является. И в 49-м году, когда произошли не самые, наверное, лучшие церковные события в Америке, отец Василий, покойный уже ныне, сохранил свою лояльность владыке Виталию, который рукополагал в священнике. И перешел на служение строящийся тогда Свято-Владимирский храм памятник Яксину. А я помню еще, конечно, отца Василия это тоже, этот разрыв очень глубоко волновал. Я помню, когда отец Василий Мусин Пушкин за столом семейным нашим, с моими родителями, говорил о той боли, которая произошла среди православных русских людей в Америке, именно в войне православной церкви. Я знаю, во всех сердцах, секретарь епархии подтвердит, что когда был заложен храм памятник Свято-Владимирский, то до сегодняшнего дня на стене висит надпись о том, что он заложен был при покойном владыке Святого. Вот это последний раз, когда была единая русская православная церковь. Это была середина начала, конец 40-х годов. Я помню, я еще маленьким мальчиком всегда проходил мимо этой церкви, на стене Владимирского храма памятника, и думал, а когда же это вновь произойдет в Америке, что мы снова будем сидеть? И вот сегодня, благодаря Святейшему Патриарху, благодаря Христиану и, конечно, нашим владыкам, митрополитам, так вот, детские мои мечты завершились. А что я могу сказать? Слава Богу!